Здравствуйте, дорогие любители сада и огорода. Хочу показать вам, как мы модернизировали теплицу своими руками. Предварительно муж сделал каркас из досок. Грядка на 120 сантиметров. Мы что сделали? Мы сделали, поставили стандартные, те, которые продаются в магазине, вот такие вот перемычки. Они продаются в магазине. Ну, предварительно муж высверлил в окантовке вот этого парничка дырки. И мы вставляем буквально сюда. Это с той и с другой стороны, для того, чтобы крепко было. Вы видите, что парник стал высокий. И очень, я думаю, что будет удобен в эксплуатации. Мы его закроем белым полотном нетканым. Не знаю, как правильно говорят, акрил или агрил, кто как говорит. И уже он будет у нас эксплуатироваться. Сюда посадим или рассаду высадим перцы. Но это уже не только рассаду перца, на постоянное место. Перцы или же помидоры. Ну вот, на этом вроде как бы все. Когда мы полностью сделаем его, будет продолжение этого же ролика, как мы сделали удобно парник. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго. Больших урожаев.